Алло. Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич. Здравствуйте. Меня зовут Марина Викторовна, отдел досудебного взыскания компании МБА «Финанс». Звонила по поводу вашего долга перед банком «Русский стандарт». На сегодняшний день от вас оплата не поступает. С марта 2015 года, Дмитрий Евгеньевич. 342 тысячи рублей – актуальная сумма, которую вам необходимо оплатить. В чем ее актуальность? Данная сумма, Дмитрий Евгеньевич, необходимо внести в полном объеме сегодня. Оплата поступает 7 июня. А в чем актуальность этой суммы? Как вы решили, что она актуальна? Ну, если вы вносите данную сумму, тогда вам банк предоставляет акции списания неустойки. И все пени, которые были вам начислены, будут автоматически списаны. Какой ужас. Актуальность... Я что-то смешное говорю? Я что-то смешное это, вам говорю? Мне это веселит. Я не брал таких денег. Вы кому вообще звоните? Я вам звоню. Это и понятно, что мне. Это логично. Оформляли карточку. Ну и что имейте теперь? Имейте в виду, что полный долг намного больше. Я знаю. Это плюс ежедневные неустойки. 0,2%. Я не думаю, я знаю. Жаль, я бы на вашем месте думал почаще бы. Вот вы говорите, вы не думаете. Это жаль. Думать надо учиться хотя бы. Давайте вы на сегодняшний день будете общаться по поводу своего долга. А я что делаю? Вы лучше сами займитесь своим образованием и идите изучить уголовный и гражданский кодекс. Я думаю, в ближайшее время он вам пригодится. Девушка. Документы для продажи вашего долга коллекторским агентством. Меня зовут Марина Викторовна, если Марина вы не Викторовна, слышали в начале Марина, нашего разговора. Вас оскорбляет обращение девушка, да? Но я буду к вам обращаться как-нибудь по-другому. Ну, могу Марина Викторовна, если вас оскорбляет имя девушка. Вы, наверное, давно уже не девушка, да? Дмитрий Евгеньевич, вы на сегодняшний день сейчас будете меня оскорблять, общаться таким тоном. Я разговаривала с вами взяли? По поводу вашего да долга. Да я еще ни одного плохого слова. Вот вы, официальный вот... отказ от общения, я вам зафиксирован. Я не вижу смысла общаться, потому что вы не мужчина. Боитесь, да?